Ребят, всем привет! Настало время следующего обзора. В данном случае у нас палочка Daiyo Majestic. Тоже новинка 2022 года, как многие вещи в нашем магазине. Я вам просто сразу хочу показать ручку. Что вы видите перед собой? Ну, я думаю, знатоки уже заметили, что это по факту ручка, как у Shimano, Suara, например, Xtune какого-нибудь, да? Или как новинка 2022 года Crazy Fish Alpha, которая еще, я не знаю, вышла или не вышла, когда наш обзор выходит. То есть, ну, ручка, дизайн тот же самый, идентичный. То есть, вот этот вот, как я не знаю, обозвать. Даже не знаю, это скелетон, не скелетон. Это такое вот Shimano-подобное, Crazy Fish-овское. Ну, вы поняли меня, да, о чем я? То есть, это выглядит очень круто, на самом деле. Палка стоит в районе 2000 рублей. В данном случае я взял 2,28 до 9 грамм. То есть, это, грубо говоря, лайт. Он такой достаточно кидучий. Стоят двухлапые кольца. Даже не знаю, что про это сказать. Выглядит она прикольно. Честно, мы ее только из-за дизайна, можно сказать, и завезли. То есть, мы не знаем, что мы завозим. Но она нам всем понравилась. То есть, строй у нее достаточно быстрый. Палка достаточно кидучая, у нас на тесте такой есть ультралайт, то есть у нас они есть до 5 грамм, есть вот до 9. Кольца недорогие, в принципе, чего хотеть за эти деньги. Карбон сам звонкий. Сборка, ну, ребята, палка стоит в районе 2000. Сборку у китайцев, ну, бывает нормально, бывает так себе, да, то есть тут идеала, я думаю, ждать не стоит за эти деньги в наше время, когда все стоит 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 тысяч рублей. Но если, допустим, вы хотите прикольную палку и хотите не особо тратиться, если вы, допустим, ну, у вас не будет фарить то, что кольцо там, ну, я не знаю, здесь вроде кольца ровно стоят. Если кольцо будет стоять чуть-чуть, например, неровно, где-то будет залито чуть больше лака, если вас это не парит, отличный вариант. Купить лайт, купить микроджиговую палку из этой серии и ловить. Мне вот не очень нравится зеленый кончик, но, в принципе, его видно хорошо. Непривычно, обычно он белый, да, а тут зеленый. Ну, пусть будет зеленый. Вот такая палка. Вот, на мой взгляд, дизайн решает. То есть, если хотите вот прикольный дизайн, ну, мне кажется, тут вопросов как бы нет, да? Назовем это копией на Shimano Suara Xtune. Что еще сказать? Да сказать надо больше нечего. Регистрируйтесь в магазине, получайте VIP-цену. Увидимся в следующих обзорах. Всем пока.